Из документа, опубликованного на сайте агентства по госзакупкам, следует, что стоимость одной вазы составляет 84 тысячи леев. Приобрести дорогостоящие элементы декора для здания правительства планируется до 25 декабря. Пусть дадут бедным людям эти деньги, не надо вас. Потому что воровали они у нас, это считайте, что мы купили их. А у них на это мозгов не хватает. Они за себя думают. Птиц фак, а ша он гордурец, мои симплу, мои. Кубани публичи фак че вор, ши нуш асумы ничего распондери ин калкули, шти невой сент ла цары, ла маме ку копии, кари нуй пот храним. Администрация правительства провела в начале ноября еще один тендер на закупку мебели и реставрацию зала заседаний и комнаты отдыха на первом этаже здания. Стоимость работ – 500 000 леев. В пресс-службе правительства пока не прокомментировали необходимость покупки. Ремонт идет и в парламенте, где устанавливают новый забор.